Да. Мы работаем опять над часиками. Поехали. Мы тут немножко раскрасили ноты, чтобы нам понять, сколько тактов, какие такты. Тут очень много повторяется, чтобы в голове был порядок. Мы такты решили раскрасить. Но мы еще и считаем очень хорошо. Да? Каждый такт начинается с первой дольки. Да? И вот ты прямо отсчитываешь первый такт, второй, третий. И в четвертом такте у нас мелодия закругляется. Да? Ну давай с самого начала. Как-то вот сейчас здорово мне это все играло. Поехали. Раз. Давай сделаем раз и два и три и четыре.
4 и 3. Знаешь, да? Считай со мной. Раз, и два, и три, и четыре, и... Ты играешь уже на и. Ты же играешь на и. Четыре, и раз, да? Еще раз считаем. Раз, и два, и три, и четыре. На и. Еще раз. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два. Пальцы. Ну вот такой вот фрагментик урока. Попрощайся.